Ну ты спроси, ага, спроси, чтобы x минус тебе открыли. Тебе откроют. X минус открыт. Я вам немного кто отдам, Поля, и приказ будет на вас по четвергу, чтобы снять с уроков. Мне нужно конкретно... И транспорт. Мне сегодня звонили, я попросила, чтобы нам все-таки выделили транспорт. Они решают этот вопрос. Я потом вас поставлю в известность. Мне нужно время, на какое вас отправили. Это потом. Ладно, посоветуемся хорошо. Потом. Хорошо. Потом посоветуемся. Все. Вы пока находите, я пойду на вахту. Дам это, за этим приеду. Сейчас готова. Начинайте работать, Поля. Разбирайтесь. Быстренько. Да, кстати. Я сейчас приду. Что-то за субботу что-то сделаем. Нормально. Прикольно. Ну так мы сейчас и не поработаем никак. Нет, единственное, что я могу сделать, это включить маленький динамичек, чтобы... Я больше вас испугалась. Блин, это очень нехорошо, то, что сейчас произошло. Так я его положила. Нельзя так. А как я не так положила? Ну, так он скатился. Так я его просто вот так вот положила. Ну и что? И вот он и катится. Просто так, я говорю, и прыщ не вскочил. Кладется все это на специальные штучки. Вот тебе звук оператора. На поролон, который вот такой вот, чтобы это все лежало и не падало. Ну просто у нас такого нету. Шикарного сопровождения. Я то сейчас так орать буду. Я не знаю, что вот. Просто хочу обуть. Я просто поработать, чтобы вы посмотрели, что еще можно у меня. Ну вот динамик. Лучше вообще без микрофона тогда. Сквозь бульвары и дома ты идешь совсем одна. Белый снегопад ворвался в город. Завернувшись в старых лет, ты бежишь от старых бед. Белый снегопад тенью рекой. Некуда спешить, ночь одинокий день, и ты не ждешь от жизни перемен. Вновь приснится сон, что мы опять вдвоем, и слезы на подушке все о нем. Да. Коля, что скажешь? Слышно неуверенность, потому что плохо знаешь. Да. Неуверенность в чем? Не пропиваешь, боишься пропивать, как будто. Я же сейчас, если дольше спою ноту, то а я ее плохо взял, чтобы вы ее меньше послушали. Вот такое ощущение есть. Есть, да. Ну, также зажевываются слова в конце, не пропиваешь, прям не хватает. Ну, естественно, при таких обстоятельствах, что еще? Какой комфорт можно обсуждать? Да. Ты действительно у тебя водопадное окончание, конечно, падает. И дикционно, и интонационно. Да, нет. Это, в принципе, не пройдя манера. Если это манера, то манера исполнения, она тогда более явно показывается. У тебя ни туда, ни сюда. И вот мелизмы. Может, сейчас тогда... Ты опять вдвоем. Как раз нужно потянуть первую нотку, чтобы хорошо был мелизм. То есть нужно опереться, а потом уже уходить вниз. Где мы опять вдвоем. Мне неудобно по тесситуре, но ты меня понял, да? Вдвоем. И опустил. Да-да-да. И оно само пойдет. Это физика. А ты пытаешься, где мы опять вдвоем. Понятное дело, ничего не получится. У меня нет опоры, поэтому не получится. Натяни звук. Вдвоем. Поем дальше. Ну подождите, давайте уже начнем. Не хочешь дальше? Нет, хочу поработать. Я чувствую, что я просто как всегда... Ночь работала? Да. Алина, распевай тогда. Да. Мне нужно, у меня чувствую, что у меня... Давай, я пока динамик выключу, чтобы батареечка... Не, на опору, куда? Сглаживай. Переходим. Угу. Опора работает. Или поменьше делать?
Есть у кого шнур подзарядить? Нет? Ну ладно. Только... Прям толкай ее. Тоже поле высоковато. Тащи вниз, да? Да.
тоже без тюбика. Полина показывает тебе, потому что она хочет, чтобы ты услышал, что она в динамике работает. Но по большому счету, вот эту каждую нотку, то, что она говорит, на каждой нотке будет увеличиваться динамика постепенно, чтобы тюбика не было. Вот я как раз про эти тюбики. Да, да. Нет, смотри, у тебя очень широкий вдох. Когда ты делаешь большой вдох, что происходит? Да, а ты бери многовато. Аккуратно, хватит. Постартуйте, Коля, да, постартуйте. Вот я хотела. Короче. Вот. Еще мягче. Делай это на прямо почти на пиар. На пиано сложнее. Конечно, на форте легче. Бабах. И увеличение динамики по всему. Хорошо. Два. Сейчас была одна головушка. Да. Но это было очень хорошо. Это было плавно, хорошо. Давай. Понял. Оно полегче, оно получше, получше. Но это, над этим дома надо тебе работать. Ага, дальше пошли. Соединение прекрасно. Соединение уже прокатывается еще больше. Не поднимай гортань. Вот когда возвращаешься вниз, прямо чувствуется, что она у тебя прямо поднялась, идет под зажим. Прямо вертикальный столб в себе, ощущая вот этот. Отлично. Смотри, динамику. Ты сейчас сделал акцент на переходе. Молодец. Сейчас мне нужна динамика. Да, да. Именно. Ты начинаешь громче, чем выше ноты. То есть ты меняешь местами. Как бы это имеет место, но нам сейчас нужно совершенно другое. Мы приходим к высокой и плавно возвращаемся обратно. А я этого аккуратнее начинаю вначале. Да? Еще раз. Все правильно. О, так второй цикл. Он же стартовал сейчас мягко. Мягко, да. Так я говорю, так старается. Почему опять такой... Так вот... Вопрос в том, что он либо на голове начинает мягко, а на груди он не может. Так, найди сейчас его примарный тон, где ему будет удобнее все-таки стартануть. Надо, чтобы он эти ощущения сегодня словил. И ушел с ощущениями нужно. Отрабатывать всегда на самом удобном тоне. Сам человек не может сориентироваться, в чем дело, в чем не так. Еще здесь, и вот погуляй на полтона на тон и вниз, наверх и вниз. То есть, ну, где-то на малой терции покатайся, куда обратно. Куда, сука? Да, не надо. Нет, я просто раскрываю одну клетку. Это хорошо. Горблюсь. Но для вокала это не надо. Да, запомни. Два. Опять долгий вдох. Вообще, вот молчи, вот смотришь, смотри, Илюш. Сразу же, зажигание,
сразу поехали. Автомат. Давай. У меня стартер там, да. Ну и потом трактор. Да, да. Собери стропку. Все, давай. Давай еще раз. Нежнее, нежнее. Хорошо. Хорошо. Полина, скажи, что нужно сделать? У него дыхание практически заканчивается, и он не чувствует комфорта. Упражнение должно быть комфортно. Нет, надо что? Ускорить просто. Темп. А, да. Ускорьте темп. И динамику. Ускорьте. Ускорьте по темпу, ему дыхание. А, не сразу. Естественно, у тебя до конца не хватит. Угу. Давайте по темпу увеличьте. Опустись еще на темп. Вернись. А, ну, ну, откуда начинали? Там, где был наверх на голове, на груди, пошел уже на голову. Это совершенно нормальное явление. Никогда голова твоя не должна, я имею в виду мозг твой, не должен думать, когда ты будешь переходить. Физиология сама все сделает. Абсолютно. Так же, как ну, автоматически идет переключение. Автоматически. Не надо об этом думать. Это был большой вдох. Там какая нотка? Это высокая уже нотка, считайте. Я же баритон. Да. Мне нужно даже... Ну так ты тогда... Так мы на октаву гоняем. Ты зачем тогда сопротивляешься? Ну сразу надо. Интересно. Надо? Интересно. Ну ладно. Если... Я же еще как солист выступаю. Я понимаю, ты не... Это просто чтобы не было никакого дискомфорта у тебя. Здесь же я как солист работаю, получается. Ну все, хорошо, ладно. Нет дискомфорта, не будет. Работа на целом. Еще раз. Он дома будет отрабатывать, это я уверен. Да. Он будет работать над этим. Два. Отсюда сразу же по глинке не даем подготовку тебе. Темпе побыстрее. Три, четыре. Ага, стоп. Смотри, что потеряла? То, о чем она просила тебя. Потерялась в таком темпе, и вот пошли по глинке, без подготовки идет темп. Получилось та-на-на, то есть уже прокатки, проката нет, полного проката уже нет. Понятно? Да. Еще разочек то же самое, добейся. Каждую нотку постарайся, какая-то может быть и не прокатит. Но постараться нужно, чтобы прокатили все. Прям представь что-то круглое, например, белку в колесе. Если она остановится, она вылетела. Можно хомячка? Да хоть кого, хоть попугайчика, хоть кого. Главное, чтобы вам было. За себя маленького, который в колесе лежит, я не знаю. Пошли. Это очень странно. А что ты хотел? Я просто сразу это увидел. Я же говорил, что я сразу вижу то, что вы говорите. Я тоже, да, мне тоже показалось. Поля, я такого тебе прям... А что? Замыли у нас, может быть? Нет, я имела в виду, знаешь, что
что Илюша. Она сказала, сейчас там брудучки, там все такое, а у нас есть аттракцион такой, когда человек там в большом колесе там. Она, наверное, вот это. Я представила, что он да? Она маленького меня. Сам маленький. А тебя маленького. А, сама сказала. Примечачий вот это. Так, соединялся с этим все время. Что, только тебе можно показать? Ну, в этот раз, да. Да. Раз, два, три, четыре. Нет, основная здесь задача, сейчас мы по Глинке работаем, у тебя вообще нет паузы. Ты держишь темп, быстрый темп. До конца, у тебя не будет времени вообще спазмироваться, ты понимаешь? Да. Чем оно прекрасно? Да. До конца тренинг, темп позволяет дыхание вагон. Поем. Понял, понял. Ну не стартуй ты так. Агрессор ты наш. Агрессор. Извините, энергии много. Ну да. Так, нужно ее возьми держать, да? Раз, два, три, четыре. Да что такое это? Ты вздохнул на четверть. Раз, два, три. Она на восьмую. Раз, два, три, четыре. Просто вообще не открываем. Подтягиваем просто капли. Сопли, извините за выражение, но как по-другому объяснить? До конца, только нос, рот вообще не открывается. Чем работать надо? Вот она, дикция, вот мой косяк. И дыхание короткое должно быть, ритмичное. И опора здесь вкалывает все. И регистры мы соединяем здесь. И динамические мы прокатываем каждую ноточку. Это нужно. Это филировка, это филигранная работа. Так что. Дикции тут нет. Ну пусть будет. Ну пусть будет. Понимаешь, когда это опора, это не. Она тебя, да. Ты же знаешь, что нас на камеру снимает, да? Ты специально это сказала? Да, она специально сказала. Да, я же... сегодня просто вот, ой, как я вообще? Я всегда, мне больно. Ой, меня, конечно, как люди не правы ошибки. Мы же плотские. Но самое главное, чтобы вовремя каяться. Поэтому дома работать! Есть дома работать. Ну все, давай. Я и так везде работаю. Дома работаю, на работу. Так у нас есть время. Рамазан пораньше. А, так у нас есть время. Что? У нас еще 10 минут. Я думала, уже время. Нет. Все, работаем. Да. Тогда работаем. Вот у нас это, только Владимир в тот раз на 10 минут раньше отпустил. Сначала и слова, да. А какую тебе? Вишню? Все-таки вишня? А может что-то другое? Ну давай вишня. Вишня. Такая песня интересная. Нет, хорошая песня. А Путин, кстати, тоже любит очень латиноамериканские ритмы. Да. Он их очень любит. Да. У него весь на латине. Ну все. Ну нате туда. Сквозь бульвары и дома. Держи динамик себе. Ты идешь совсем одна. Белый снегопад ворвался в город твой. День за днем, из года в год. Вот ты какая М была. Ускоряет время ход, и плывет туман над зимнею рекой. Некуда спешить, ночь одинокий плен, и ты не ждешь от жизни перемен. Вновь приснится сон, что мы опять вдвоем.
и слезы на подушке все о нем. Виша, ха-ха, это... А что там, подожди? Я просто испугался, да, что да, да. Ты не знаешь, что ты сон. Да извините меня, это сон. Чувствуешь? Останови, замолчи, пожалуйста. А, да это сон. Вишня, вишня. Он это тенор, насколько мне известно. Кто это тенор, я баритон? Да не ты, а Гутин. Так да. Я говорю сейчас про Илью. Нет, что может быть... А, куда ты лезешь, молодой человек? Ну, знаете? Да, тебе высоко. Вишня, вишня, витас, витас. У нас сегодня тема. О, а можно, кстати, папа? Ну, а если припев просто внизу спеть? Соль, ну, на октаву ниже спеть. Вишня, вишня. Нет, это мы не все такое, я вообще терпеть не могу. Это припев, вот эти переходы, да, и как бы тут нужно осощать. Пробуй на тон опустить. Да, я что-то, у меня пальцы какие-то странные. Почему? Ты что-то сделала, почему там не работает? Тональность. О, минус один. Работает. Да, тормоза. Я сегодня, вы не представляете, сегодня еле встал. Я думал, что у меня минус заклинило спину. Я сегодня так тон не был налёг, я сегодня еле встал. Сквозь бульвары. Не говори это слово, всё хорошо. Ты идёшь совсем одна. Первый снегопад ворвался в город. Да, что-то не знаю. А как мне надо? Перекрутите на припев. Чуть-чуть тон ближе. Смотри, минус опять же про мелизмы. Минус два. Но это минус тон. А. Это понял, да? Минус один. Это фа будет. Ты идешь совсем одна. Первый снег. Убирай руку, освобождай. В гор... Я чувствую, как что грудь без звучала. Все хорошо, она и так будет звучать. День за днем, из года в год. Не обрывай. Ускоряет время ход. И лежит асфальт над зимнею рекой. Асфальт собирается. Соберись со всего. Асфальт. Некуда спешить. Ночь одинокий плен. И ты не ждешь от жизни перемен. Вертухи появились просто. Уже наверх. Вновь приснится сон, что мы опять вдвоем. И слезы на подушке, все о нем. Да, да. Вишня, вишня, зимняя вишня. Останавливай, хочешь? Все, нет. Смотри, смотри. Ты знаешь уже, я... Да, вот это... А куда, а куда? Фраза, куда идет? Она не встала, она и не встала по тону туда. Зимняя вишня, можно же ее там подержать. То, что ты знаешь, то есть, что она. Зимняя вишня, можно же и так спеть. И вот этот ход, то, что Полина сказала, над этим ходом прямо вот это задание. Вообще такое знает, может, его не надо делать? Нет, нет. Нет, ход вот этот, который, Поля, правильно ты сказал, над ним надо работать. Но там не только интонационно нужно работать. Он его надо агогически подать. Найдите этот ход. Какая это строчка была? Потому что там все по слогам, и там все мимо, там все около нот, там интонация гуляет. А Геннадия Александровича нет сегодня? День за днем, из года в год. Узкая, а нет, и плывет туман над зимнею рекой. Это тоже над зимнею, тоже надо убирать. Дальше. Некуда спешит, ночь одинокий плен, и ты не ждешь от жизни перемен. Но ты не ждешь от жизни, она очень... Вновь приснится сон. Ты не ждешь от жизни. Что мы опять вдвоем, и слезы на подушке, все о нем. И вот это. Слезы на подушке. Ой. Вот эти две строчки, слезы на подушке и которая перед этим. Они абсолютно единичные. И они грязные.
и слезы на подушке. Вверх одну, то же самое. Тут слезы на подушке, а перед этим... Да, какие слова? Распиши. Нет, та же самая мелодия. Да. Слезы на подушке. Одинокий плен, и ты не ждешь от жизни. Видишь тоже. И ты не ждешь от жизни перемен. То есть она... И ты не... Ты ее выстраивай как хочешь. Угу. Как уже твои, но только не так. Опять. Ты не ждешь. Но... Как мы вот катались, да? Та-та-та. Ты так же вот. И ты не ждешь от жизни перемен. Ты туда вверх уходишь, да? Даже если ты в этом темпоритме останешься, в ритмическом рисунке, то тогда использую только легато, фразу формирую, то, что Полина говорит, либо применяю логику. Но так ее рубить. И ты не ждешь от жизни. Ну, как угодно. И ты не ждешь от жизни. То есть я сейчас твердую атаку применила, то, что как бы у меня редкие случаи бывают, но здесь она уместна. Акценты могут быть, то, что ты делаешь. И ты не ждешь от жизни. При этом гласная она не размыкается. И ты не ждешь от жизни. При этом фразировка сохраняется, легато сохраняется, акценты, какие вот тебе, если тебе не нравятся, ты можешь их тоже сохранить. А для этого то, что ты будешь работать на трели, дышать носом до самого конца, это то же самое. Что вот здесь держать до конца гласную букву, гласный звук, звук гласа, и переходить дальше. То есть никак не разрывать это пространство. Понял, будем работать. Песня хорошая, мне понравилось. Да? Если хорошее, поработать, все. Давай, счастливо. Все, спасибо. Всего доброго.